Отношение к нашей команде особое. Не только потому, что мы являемся чемпионами страны. 17 кандидатов в различные сборные команды находятся в нашем составе. Мы должны отлично готовить их для успешного выступления в сборных командах страны. Но от этого ни в коей мере не должен пострадать клуб. Это проблема, которая сегодня очень волнует. Мне хотелось бы от имени нашего коллектива поздравить любителей футбола с наступающим новым сезоном, пожелать им всяческих успехов и побольше радостных минут. Это год мирового первенства в Аргентине. К сожалению, наша сборная команда СССР по футболу в нем не участвует. Этот факт ставит перед всем советским футболом очень важную задачу. Доказать нашему зрителю в новом сезоне, что и мы способны показывать игру высокого класса и вести борьбу бескомпромиссную. Динамо Тбилиси к этому готовы. Сейчас очень много есть команд, которые будут бороться за призовые места. Это такие команды, как «Динамо Киев», «Динамо Тбилиси», «Шахтер», «ЦСКА». Ну и команда наша также намерена бороться за призовое место. Я не сомневаюсь, что в этом сезоне будет очень острая, захватывающая игра и доставит нашим любителям футбола больше радости, чем огорчений.